Красногорске открылся пункт приема использованных автомобильных шин. Утилизировать старые покрышки правильно и бесплатно можно по адресу коммунальный проезд, дом 20. Там расположена база Красногорской городской службы. На данной базе организовано круглосуточное дежурство. То есть, в принципе, люди в любое время могут сюда приехать. Охранник предупрежден, он будет принимать колеса в определенное место, покажет, куда складировать. Все будет удобно и комфортно для граждан. Сюда же после апрельских субботников привезут шины, собранные в лесах и на обочинах. Именно так нерадивые автолюбители предпочитают избавляться от резины с колес. В МБУ КГС убедительно просят не захламлять территорию округа этим материалом. Он огнеопасен и не подвергается биоразложению. Собранные покрышки отправят на переработку. Из старых шин можно сделать новые, а также покрытие для дорог или крыши, железнодорожные шпалы или тротуарную плитку и многое другое.